Но! Из-за чего я опоздал? Самое важное, родное. Короче, здесь у меня нет лана, я стримлю сейчас на Wi-Fi. Мы просили, чтобы у меня в номере сделали получше скорость интернета. И, короче, скорость интернета мне разогнали до соточки. Я думаю, блин, отлично, вообще кайфово, все будет круто, стримчик пройдет прекрасно. Вот там вот, вот за этой стеной моя комната, где я сплю. И там уже был построен сетап. Уже я все сделал. А сейчас я вам покажу, как сетап выглядит. Секунду. Вот так будет видно. Вот так сетапчик выглядит. Я, короче, построил сетап для стрима. Думаю, все кайфово, все запускаю. Подключаю Discord, и просто Саня у меня в Discord разговаривает. Я думаю, что? Почему он так разговаривает? Смотрю спид-тест, и у меня скорость 3 мегабита в секунду. А чтобы вы понимали, минимальная скорость для стрима, ну, должна быть, ну, мегабитов 30 хотя бы тысяч. А там 3 тысячи было. Я думаю, бля, что делать? Я беру вот этот стол, тащу из той комнаты сюда, в эту комнату, все быстро, экстренно переключаю, все камеры, свет, мониторы, всю херню, все переношу сюда, чтобы успеть, ну, и вот все подрубил. Так что как-то так, чатис. Извиняюсь, если вдруг задержка произошла такая лютая сегодня. Вот, родники.